Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Crazy King. Так, давай-ка определимся, где мы остановились. Так, кристалл Z берем. Так, остановились мы вот здесь, да? Вот она у нас, новая, подписана. Так, а что у нас тут? Аванпост. Не надо. Здесь у нас, блин, понятно, это реклама. О, сундук с наградой дня. Ну что ж, давай посмотрим, фартанет нам или нет. Вот это выбираю. Блин, шлем. Не самая, конечно, лучшая награда. Так, улучшитель. Перетащите две одинаковые. А что у меня две одинаковые? У меня нету ничего двух одинаковых. Не-а. Поэтому никакого улучшителя. Так, великий турнирный Колизей. Арена нежити. Знаешь что, я вот пойду сюда. Я хочу повоевать. Из зияющего кратера шпиля короля Мероуса орды трупов маршируют, чтобы схлестнуться с нами в последний раз. Еще говорят, угли этого погребального костра — это хороший знак или плохой? Я не знаю, хороший это знак или плохой. Слушай, я, наверное... Погоди секундочку, разведка. Чтоб... Ох, ё! Значит, у нас будет здесь нежить. Да, орков нету. Раз нежить, значит, нам понадобится... Да дофига, что нам понадобится. Блин, надо ячейку открывать, ребят. Ну что, ячейку открыли. Кого мы сюда возьмем? Героя или башню, или заклинашку какую-нибудь. Я даже не знаю, давай, наверное, возьмем. Так, там скелеты. Наверное, все-таки я возьму заклинашку. Нет, все-таки героя. Только вот этого возьмем. Третьего уровня. Ну что, в бой. В бой. Они пойдут оттуда, и вот у них тут будет очень долгая дорожка. Нам понадобится очень много святош. Там, понимаешь, нежить. А нежить у нас не любит святош. Так, третьего уровня. Ну что, поехали. Начнем потихонечку. Марширует. Так, ну что, бомбим? Бомбим, причем довольно неплохо. Через все отряды они, конечно, припарятся здесь проходить, так что... Хотя, как понять, припарятся. Все у них может, ребята, выйти. Так, здесь тоже прокачку сразу сделаем. До второго уровня. Тут еще будут орды трупов. Непонятно, откуда они пойдут, правда, все. Но они пойдут. Причем очень даже в скором времени. Так, здесь, наверное, прокачаем. Так, у меня у персонажа нормально все по ХП. Пока все вроде более-менее. Давай-ка вот здесь вот. Нет, вот здесь вот. Прокачаем. Отойдем в сторонку. Вдвоем пускай они здесь стоят. И вдвоем здесь будет проще с ними справиться. Так, а у нас башни пошли. Так, дротики бросай пускай. Отлично. Так, и поставим тогда еще, наверное, сюда вот шамана. Пускай он их тут замедляет всех. Так, а у нас лучники там идут. Да, ребята, лучники собственной персоны. Так, отойди, 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 отойди отсюда.
Давай, колбасим их. Одного. Замедляшка работает идеально, практически. Так, еще, наверное, дротик поставим вот сюда. Пускай метает. Я уже забыл, а что он делает там? Урон плюс 20. В дребезги. Так, ну нам лучше этого выступить, ребята, вперед, потому что если он... Что, крысолов, что ли? Точно, ребят, крысолов что-то вышел, блин. Вот не было, блин, печали, еще крысолов тут появился. Надо было какую-нибудь взять пушку, чтобы массовая атака была. Как ты считаешь? Вот, у нас есть, есть массовая атака. Это будет... Я сейчас зря его туда поставил. Надо было на перепутье его ставить. Ну, ладно. Так, сколько у нас там... Блин, моего персонажа завалили главного. Так, еще улучшение. Так, я, наверное, думаю, мы успеем дождаться, пока они выйдут. И пока... Блин, с этой стороны, что ли, пойдут? Ёпарасоте. А это более... Это короткий путь-то получается. Это короткий путь. Да кто там у нас еще? Ассасин какой-то, блин. Да ты достал уже со своими крысами, а? Крысолов несчастный. Так, отойдите, ребята, оттуда. Отойдите, отойдите. Не надо вам стоять там в целой куче в этой. Пускай бросает. Так, ну здесь вроде бы более-менее прокачано. Вот надо здесь нам что-то теперь выставлять. Поставим сюда нашего этого громовержца. Пускай он будет бомбить молниями. Давай тебя сюда, что ли, поставить. В скором времени они пойдут вот с этой стороны, с левой. Оу, куча трупов. И они такие тугие, а. Просто, друзья, тугие вообще до невозможности. Так, ружбайка. Пускай здесь стоит. Будет их потихонечку тут расстреливать. Так, а шаман у нас что делает, я уже не помню. Телепортирует каждые 15 секунд. Пускай он куда-нибудь там телепортирует. Не знаю, куда он их будет телепортировать. Главное, чтобы телепортировал. Видишь, какая они же устойчивая. Очень устойчивая, блин. Да. Так с ней просто не совладать. Ну, жрецы, слава богу, все равно, ребят, достают до них. Причем очень хорошо достают. Тогда еще поставим одного стрелка, пускай стоит. Они по краешку. Все. Блин. Со всех сторон, ребят, сейчас пойдут. Просто со всех сторон. Ну, давай вызываем. Что это? А что это случилось? Я вас ждал. Идет к нам хмырь какой-то. Посмотрим, так ли вы хороши, как о вас говорят. Я сомневаюсь в этом, и все же... Я... Вас... Раздавлю. В лепешку. Пируйте, мои тлеющие пешки. Ёпарасоте, он вызывает... Он вызывает нежить.
Ёк-макарёк, вы серьезно что ли? Прям вот всю армаду вызываете. Ну так же нечестно. А ты что стоишь-то здесь? Да перехватывай ты уже их. Так, он где он там? Он идет? Идет. Еще как идет, ребята. Блин, и там еще нежить. Да ну нафиг. Ты посмотри, сколько их тут. Бегом все сюда. Да ну, тут ну, нереально, просто нереально, ребята. Кто ты вообще такой? Архинекромант Бентис Хмурый создал тлеющий череп из костей дракона. Надеясь обуздать его огненную способность, он преуспел сверх собственных ожиданий, свидетельствуя тому, чему стал его пепел. А это кто рядом с ним? Мой папа больше твоего, любят разница дети. В случае тлеющей пешки это правда. Да ну тут. Но ведь это же нереально. Ребят, ну куда тут? Задерживай там, я не знаю, как-нибудь тут задержишь. Вон он идет. Он идет с такой армией, что ее просто невозможно, ребята, даже как бы задержать. Слишком огромная армия. Еще эти придурки там со своими этими призывами. Понимаешь, да? Угу. Вон он уже здесь, ребят, он уже подошел. Косой там наяривает, нормально? Просто в хлам. Да куда ж ты побежал-то? Он еще и огнем шпарит, прикинь. Конечно же, я попытаюсь тут простоять сколько смогу. Давай чуть-чуть сюда поближе встанем, чтобы по нему, по крайней мере, хотя бы две башни бомбило, а не только одна. Куда там этот побежал, хмырь? Они просто не могут с ним вдвоем справиться. А этот-то почему не стреляет по ним? Вот объясни мне. И чего? Неужели пройдет? Проиграем, да? Если уровень слишком труден, сразитесь. То есть, вы хотите сказать, что я... Что значит? Я не прошел. Вот что значит это. Пипец. И чего? Да уж... Моментально замазать врагов в огромный кусок льда. В огромный кусок льда.
Я не знаю, может быть, убрать все-таки вот этого, а поставить... Нет, не вариант. Изрыгает на случайных врагов раскаленные камни. Ну фиг с ним, пускай будет стоять. Стрелки, наверное, здесь все-таки не нужны. Мне так кажется. Здесь, наверное, лучше вот это взять. Еще раз попытаемся. Ну а что делать, ребят? Единственное, только вот у нас теперь нету кристаллов. Понимаешь? У нас не осталось кристаллов. И это уже проблема. В бой. Ну и что ж поделать, придется вот воевать. Ну как превращать-то? Ага, вот так вот. Надеюсь, босса тоже можно будет так превратить в куски льда. Может быть, нам побольше вот этих вот ставить магов? Они все-таки нормально так урон наносят. Но здесь пока противники-то тоже ватненькие идут. Когда он там закидывает. Как бы неплохо, да? Посмотрим, как далеко они смогут уйти, пройти. Что-то вот здесь надо прокачивать. Он начинает с самого низа идти, да, этот босс? Значит, с самого низа нам надо будет... Так вот как выставлять. О, лучники подбили моего. Моего бойца подбили лучники. Так, с тебя куда поставить? Сюда, наверное. Так, а что у нас там идет? Урон минотаврам. Так а фиг мне урон минотавром. У меня минотавров здесь нету, так что как бы эта башня полная фигня здесь получается. Ненужная, никчемная, блин. Не, жрица все-таки больше наносит урона, чем этот молниями. Но зато он сразу наносит нескольким противникам. Это большой плюс. Особенно вот этим крысоловым, которые там идут. Так, а что у этих-то идет? Просто урон, да? Встань ты сюда, не высовывайся пока. Так, проверка. Он бьет по замороженным целям? Нет? Ты серьезно, ты не бьешь по замороженным целям? Ёпрсете. Чё ж ты так плохо-то? Надеюсь, я не зря эту башню поставил. Надеюсь на это очень сильно. 125 монет надо. Еще такой долгий откат получается. Ну, понятно, забомбили моего бойца, блин. Мы тоже тут наказали. А вон они идут. Давай, 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 доставай до него. Это со своими крысами тут заколебал уже.
Слушай, ну крысы очень быстро сгорают. Вот это мне нравится. Что от огня они вообще, ребят, моментально практически тут кони отдают. А вот и зомби. Орда, блин. Так, здесь прокачано, здесь прокачано. Получается, нам надо... Слушай, смотри, а зомби тоже боятся огня. Вау. Зомби боятся огня. Это, кстати, надо взять будет на заметочку. Чтобы поставить-то сюда, наверное. Вот, сейчас, вот они, зомби идут. Сейчас башня моя начнет бомбить. По идее, они должны сгорать. Тогда, получается, мне эту башню надо будет еще поставить. Я знаю, куда еще поставить надо будет эту башню, ребят. Наверх. Точно, мы ее поставим наверх. Она стоит 150, да? Да. Вот сюда. Не, подожди, это не то. Вот это вот. Погоди. Да что так слабо-то? Блин, я думал, она будет нормально доставать. Фигня какая-то получается. Давай сюда поставим, фиг с ним. По минотаврам урон прокачивать я не буду. Не вижу просто смысла. Вот он. Друзья, сейчас выйдет. Это мы уже видели, поэтому я вас раздавлю, орёт он. Он нас раздавит. Сейчас только по нему начнем бомбить, он сразу начнет призывать, да? А, видишь, отрыжечку свою запустил. Ай-яй-яй. Но... Такс. Да он опять, ребята, он пройдет. Это прям огромная проблема. Он идет быстро, очень быстро. Ты посмотри, он докуда уже дошел, а у меня еще даже вообще, ребят, конь не валялся. Ну и как? Вот объясни мне, как тут быть-то? Тут слишком дофига ты, парень, этих вызываешь. Слишком много. Какой тут в баню телепорт, ребят? Никакой тут телепорт не поможет нам. Вот смотри, смотри, сколько у него здоровья. Куда бы он ни пыхнул, ни перданул, он везде вызывает армию свою. Он пройдет сейчас. В очередной раз, ребята, пройдет. Я не могу, я не знаю, как проходить. Тут надо, наверное, нам все-таки прокачивать башню. У
Без прокачанных башен ничего не получится. Все, дефит. Пипец. Вот это да. Вот это да. Ну что же тогда мне остается делать? Так, подожди, что это у нас тут? Арена нежити. Смотреть награды. Ну давай. Давай сыграем. В общем, ребята, вывод только один. Что туда суваться мне вообще рано. Че хоть там на разведке-то? Дай посмотреть. Нежить. Ну, давай в бой. А нежить пойдет изо всех, блин, уголков она пойдет. Ёб парсоте. Поехали. Еще и крысы. Сколько волн? 4 волны будет, да? Понял. Четыре волны. Вот она и нежить поперла. Тут, ребят, нужно главное получить побольше башен, чтобы нам прокачать даже хотя бы те же самые хилки, чтобы они наносили, естественно, больше урона. Потому что иначе я не знаю, как мы будем этого босецкого бомбить. Так, третья волна. Ну и что ты там встал в сторонке где-то? Правильно, бомби, бомби, бомби эту нежить. Никчемную. Вызываем. Последняя получается, да? Последняя, четвертая волна у нас. Так, пока норм. Вот она. Опа, а это что у нас тут? Стоп. А что-то я не понял. Что это у нас еще за духи тут появились? Но тут легко. Тут, слава богу, легко было. Что нам тут выпало, я не понял. Щит Валькирии, первый уровень. Тяжелый щит, замедляющий, но дающий большую защиту. Даже так. Что, еще раз сыграть или как? Ну давай еще разок. Подожди. Я получил этот щит или нет? Щит Валькирии. Где это? Посмотрите-то, блин. Улучшить. Да, щит Валькирии у меня лежит, ребят. Все. Давай тогда еще на арену пойдем сходим. Раз у нас есть 3 билета, почему бы мне их не использовать все? В бой оставляем. Ой. Немножко другая арена. Так, немножечко по-другому, да? У нас тут две, ребята. Две точки, которые мы должны будем защищать. Вот оно что. Ну что, в бой. То есть вторая арена уже будет посложнее, да? Но, наверное, и награда будет получше. Давай, вперед. Так, пошли эти нежить, пузатики. Замечательно. До второго уровня прокачиваем. Так, следующую нет, пока подождем. Давай справимся с этой волной, уже потом будем вызывать остальных. Так, ты мне нужен здесь. Им пофиг, они не отвлекаются, они просто идут. Еще и отравили моего бойца. Так, теперь можно вызвать.
Эть, крысы, надеюсь, не пройдут. Давай-давай, метай дротики. Стоп. Успеешь, красавчик? Дотянулся, достал. Это, получается, последняя волна. Четвертая. Крыса лов. Сейчас начнет гудеть. Вистулька фиговая. Эй-эй-эй-эй-эй. Молодец. Чувак с дротиками умудрился, ребята, все-таки его достать. Все, тут довольно легко. Ну что нам выпадает? Башня. Башня этого. Так, последний билет. Короче, шамана. Этим я не пользуюсь. Давай, наверное, поставим тогда уже вот так вот. А, лучница против скелетов, это фигня полная, да? Давай, на стрелка поставим и шамана в бой. Сюда. Так, откуда они будут идти? Да у них тут дофига места, откуда они могут идти. Ну что, вызываем? Первый отряд идет. Фига там стрелок сразу тихо наяривает. Вторая, 6 волн здесь. Ну давай, давай, малыши там идут зеленожопые. Куда-то они по другому пути побежали. Стопэ. Фига, вы самый умный, что ли, а? Дай-ка я вызову подкрепление себе в помощь. Кстати, я же мог вызвать же, да, в тот раз, по-моему. Да, стоит, правда, 25-50 кристаллов. Совсем не кисло. Так, если сюда ее поставить, давай сюда поставим. Правильно. Не, давай так, иди сюда лучше постоим, потому что издалека не расколбасят тебя. Они так расколбасили. И полетела душа. Но далеко она не улетела, как ты видишь. Следующее. Пятая, предпоследняя волна получается. Надо, чтобы мой персонаж погиб как можно быстрее, чтобы он смог... Достали его. Так, беги в бой. А чё, дротики... А дротики бесполезны. Все, проиграли. Прошел, ребята, пробежал дух один. Один дух вот здесь вот с левой стороны умудрился пробежать. Утырок несчастный, а? Назад к первому дню. Дай-ка я гляну рекламки. Ну что, теперь давай делать спин и посмотрим, что же нам выпадет.
Вот так вот, да, значит? Вот так вот, значит. Так, подожди. Нет, это я не хочу. Это я не хочу. Что у меня тут еще остается? Получить? Ага, 86 звезд. Подожди-ка, или сколько? Им тут открыто. Вы получили, может... А, ну я прохожу, все, я здесь прошел. Здесь я ничего сделать не смогу. Это у нас башня Минотавров. Блин, бесконечная башня Минотавров. Ну давай тогда, наверное, здесь сыграем. Ну а что, ребят, делать? Нам надо как-то усиляться, укрепляться. А других вариантов я пока не вижу. Здесь у нас, по-моему, Минотавры, да? Поэтому, соответственно, здесь некоторые башни уже не актуальны становятся. Наверное, вот так вот. Ну, в бой. Как они тут идут? Хоп-хоп-хоп. Эти туда, эти сюда. Получается так, да? Эти туда, эти сюда. Так, стрелков. Две штуки сюда поставим. Так, с дротиками. Вот здесь. Как-то вот так, наверное. Пока других вариантов я, ребят, не вижу. Бежит. Ну, это пока самые обычные, самые слабые. Самые слабые. Так, одного сюда поставим. Пускай он тут будет стоять на страже, если что. Так, этого прокачиваем. Сейчас сразу следующую волну вызываем, наверное, да? Чтобы долго тут не выжидать у моря погоды. Фига, они там закидывают моего. Не слишком ли вас тут много-то, ребят? Это как-то... Так, подожди, тут вот идет король, или как его там назвать-то? Сколько волн будет? 7, блин, 7 волн. Это немало. И, как всегда, крысы. Ё-ой, посмотри, сколько их тут. Ты просто полюбуйся, сколько их тут понавыходило. Так, мой персонаж там живой еще? Пока живой, бьется наверху. Следующая. Четвертая волна. Ну что, шаман на замедляшках, это, конечно, с одной стороны хорошо, но с другой стороны, блин. Есть, не успел он пройти. Не успел, а хотел. Где мой-то, мой-то где, блин, боец? Я его потерял, ребят, не вижу. Значит, вот так пускай бежит. Угу, все, я его увидел. Блин, может быть сюда стрелка поставить еще одного, а? Как-то жестко. Пятая волна. Это с бомбами хорош, я не спорю, ребят. Раз закидывает бомбы, но он так медленно перезагружается. В атаку, в атаку, в атаку. Главное тут не пропустить никого. Вот особенно вот этого ханыгу. Видишь, идет.
молниями. Ты по нему что-нибудь достаешь? Есть, сдулся паренишка. Следующая волна. Так, это здоровый, да, там идет? Молниями, правильно. Так, это предпоследняя у нас идет волна. Пока больше мне некого везде здесь расставлять. Давай поставим так, наверное. И... ячеек у нас больше свободных нет, да? Нету. Ладно, фиг с ним, с этими ячейками. Есть. Так, сейчас будет последняя волна. Что? Это что еще такое? Как вы посмели сюда зайти? Это моя башня, и я сюда на прошлой неделе переехал. Выбросить отсюда незваных гостей. Ты понял? Выбросить, говорит, отсюда незваных гостей. Потому что он очень сильно бьет. Минотавр. Я бы даже сказал, не хуже, чем этот. Чем тот босс, которого мы с тобой только что недавно бомбили. Так, дротики, давайте. Минотавра нужно бомбить. Во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало, нечего ему тут прохлаждаться. С удара просто взял моего главного персонажа. Тыкс. По кумполу своей вот этой булавой. И все, друзья. И дальше идет, как будто ни в чем не бывало. Но мне что-то кажется, что мои стрелки сейчас ему просто свинцом накормят. Ну, на тебе залп. Да, ребята, размозжили мы этого минотавра никудышного. Приехал он сюда на неделе, говорит. Как приехал, так уехал. Слушай, неплохая броня какая-то, ребята, выпала нам. Так, Матадор, цель достигнута. А почему я не могу дальше идти? А, играть. Играть же нужно нажимать, да? Ну, Матадор. Все, ребят, Матадор сделан. А сколько у нас вообще звезд? Я могу, например, вот открыть? А, я ячейку не могу открыть. 250 звезд. Так, показывает мне. Отсюда, значит, они бегут в том направлении. Знаешь, что я забыл сделать? Забыл сделать разведку. Да, ребят, забыл сделать разведку, посмотреть, кто у нас тут будет. Давай, парень, бомбочками бомби, отлично у тебя получается. Тут 4 волны. Кидай. Ты дичь. Хорошо. Так, мы прокачиваем. Так, ну, наверное, надо еще пару башен влепить. Маловато так будет. Да? Я думаю, что да. Дабы поставить-то здесь. Может быть, пониже? Я, наверное, пониже. Ой! Ой-ой-ой. Точно, они идут сюда. Ладно.
Чуть-чуть я просчитался, конечно, в этом плане. Что если я вот так вот сделаю? Стоямба. Эй, лови, 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 лови его. Перехватываем. Где такие деловые идут? Как будто ни в чем, да? Так, а это кто такой? Отобранные среди самых крепких ветеранов, орды — это лучшие бойцы, составляют личную охрану короля Минотавра. Служение королю — серьезная задача только для самых серьезных Минотавров. Фига себе. Появляются новые виды Минотавров. Каких-то паладинов. Минотавры-паладины, что ли? Серьезные бойцы, что ли, на самом деле? Сейчас проверим. Ну, крепкие, конечно, но не настолько прям, как тут расписывают. Хотя бьют сильно. Да что ты-то ничего не делаешь-то, парень? Поставим сюда, наверное, еще одного заклинателя. И вызываем следующую волну. Последняя. Последняя волна, ребят, идет. Ну, наверху, в принципе, не переживать не стоит. Хотя тут, наверное, будет все отребье, которое идет. Там обычные бойцы, тут у нас... Тут у нас орки. Долго, конечно, перезарядка у этих вот снайперов идет. Очень долгая перезарядка. Иногда же прям выбешивает. Но я думаю, что мы здесь пройдем. Тыч, снайперюга просто в глаз, мол, на. Так. Капкан. Капкан на выпал. Ну, капкан, ребята, такое себе удовольствие. Что, все, у меня кончились билеты, получается, да? Дальше за кристаллом. Ну, за кристалл, естественно, я не пойду пока. Чтобы пройти в ту точку, нужно 90. 90 звезд, а у меня 86. Слушай, а где мы можем еще заработать, например, 4 звезды? Раз, два, три. Я вижу, ребята, где мы можем заработать 4 звезды. Но нам придется пройти очень много этапов. Так, во мраке туманного болота даже деревья шепчут имя короля нежити. Значит, здесь будет нежить. Здесь будет нежить, и давай-ка мы посмотрим по разведке. Серьезно, что ли? Я вот с этими вот хламонами, думаешь, пройти не смогу. Соответственно, надо будет здесь кое-что подубрать. Например, вот эту башню брать и ставить всего лишь вот эту вот барышню. Хотя, я думаю, вот это тоже нам не понадобится, и возьмем мы... Что это такое? Целительный источник третьего уровня. Поместите светящуюся пустыню рядом с героями. Это фигня полная. А это не нужно. Бомба черного пороха. Урон 4.7. Блин, ну вот это вот будет лучше. Погнали. Так, они будут идти снизу. Священная башня эффективна против нежити. Да я уже, это я помню. Ты можешь мне даже не объяснять. Единственное, почему проиграли мы здесь, вот это для меня, конечно, вопрос. Поехали. Сейчас посмотрим. А зря, кстати, здесь, наверное, вот отсюда тоже пойдут. Сколько? Всего лишь 5 волн. Так, заколбась, давай, наверное, ускоримся здесь. Так, прокачка. Вызываем. Я не въехал. Поражает до 2 врагов. Урон 15-13. 15-35.
Ах ты, сейчас пойдут отсюда еще снизу. Надо одного персонажа бойца сюда перекантовать. Да хор... Как, блин? Че, уже не на 3 звезды, да, получается? Пропустили, ребята, мы одного гаденыша. Вот теперь не знаю, на 3 звезды это или уже на 2. Сейчас глянем. Раз, два. Вы серьезно? Вот вы серьезно? Вот то, что я одного пропустил, все? Сразу, блин, клеймо вешать? Да, они сразу клеймо, ребята, вешают. Автоматически, блин, причем. Погнали. Так, наверное, вот сюда все-таки поставлю я его. Так, на ускорение, ребят, проходим, потому что здесь уже все нам известно, что к чему и почему. Угу. Давай сразу следующую вызываем. Нет, лучше все-таки вот здесь вот, наверное, прокачивать. Потому что она будет пробивать и слева, и справа. Идут, идут. А вон здесь 5. Ну, совсем другой разговор. Совсем, ребят, другой разговор. Угу. Так, вот здесь надо допрокачать. И вот сейчас будет самая жесткая волна. Здесь мы тогда сфейлились. Не пропускаем никого. Есть. Должно 3 звезды быть, ребят, как минимум. Вот так-то. Мы получили эту звездочку. Нам нужно еще 3 звезды. Нам нужно еще 3 звезды. Вот здесь вот вижу, нет звезды у нас. Против кого тут... Минотавры обшаривают зеленый лабиринт Леди Фигаро. Продвигаясь ко внутреннему саду, не допускайте их туда. И то они вытопчут ее призовую клубнику. Призовую клубнику они вытопчут у нее. Вы серьезно? Ох, ё-моё, они тут ходят-то какими тропами-то. Слушай, это уже минотавры, нафига? Ай-яй-яй, я могу переиграть? Вот это-то мне не нужно, если минотавры фигли мне против них. Здесь пойдут лучники, наверное, лучше. Так, погнали. Поставим сюда. Поставим сюда. Вот так. Все самые такие важные точки, ребят, занять. Главное. Ну давай здесь поставим бомбочку. А вот здесь... Здесь поставим стрелка. Подожди-ка. Давай еще, наверное, одного стрелка. Вот здесь вот. И лучника. Вот так вот. Поехали. Ох, ё, тут 10 волн. Только сейчас увидел. Блин, 10 волн, это тебе уже не шутки. И когда ты бросил свою бомбу, вот объясни мне. Вот теперь нормально у тебя получилось.
Так, здесь у нас... так, урон. Там, по-моему, еще будет отравление у лучницы, знаете? Шикарно. Следующее. Так, а наверху это случайно не блокиратор наших башен идет? Я вот не помню. По-моему, это он, да? А, это отравляет, отравляет он. Так, у него радиус... Да, он достает. Следующее. Вот они идут, блин. Варьоры. С булавами с такими. А эти пошли через верх. Стоп. Давай, 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 наказывай их тут всех. Вон этот молодец, красавчик, бомбочки свои раскидывает. Так и надо. Этот наполовину отравленный уже. Все. Ускоримся, можешь, маленечко? Чуть-чуть. Самую капельку. Отойди, потому что тут отравитель бежит там. Стоп, что-то пошло, по-моему, не так, да? Это четвертая волна. Сейчас они расстреляют этого чувака, все, он упал. Вот когда он поджог делает, это вообще великолепно. Все они горят всем стадом. Здесь вот, наверное, так сделаем. Прокачаем до повреждения по двум целям. Радиус лучницы повысим обстрела. Ну да, против бронированных, как ты видишь, это бесполезно. А то он стреляет и... ему как щекотки. Давай, давай, давай. Зажарили, молодцы, красавчики. Следующая волна, шестая. Лучники вообще ватники. Видишь, горят. Бамс. Одного за другим. Так, вот наверху, ребят, наверху, наверху что-то как-то... А, они разделились. Да фиг там они разделились. Хотя нормально все. Все пучком. Так, здесь, наверное, тоже надо вот так вот... Разобьют же, да должны, конечно. Конечно, разобьют нижний отряд этот. Все, тут разобрались. А где мой главный персонаж? Я что-то его не вижу, ребят. А вон он стоит. Я его и не увидел, он говорит, куда он спрятался? А он действительно просто спрятался. Что, они решили через верх пойти, что ли, все? Нет, они тут в хаотичном порядке идут. Есть. Шлепнули, прокачиваем. Нормально. Ну что, вызываем следующую волну. И, наверное, вот здесь вот сделаем небольшую прокачку. И чуть-чуть ускоримся. Самую, так сказать, малость.
пора, по-моему, наверное. Да что-то я хочу замедлиться чуть-чуть. Эй! Это восьмая, да? Восьмая. Сейчас будет предпоследняя волна у нас получается. Они решили разделиться, да? Думают, что это их спасет. Лучник, что ли, самый хитрый, я там понимаю, да? Побежал в обход. Отойди. Не дерись с ним. Так, этого надо нам сюда вывести. Упс. Упс, ребят, проблема. У нас проблема. Нет, проблема миновала. Но было около того. Я думал, сейчас пройдут. Так, этого, наверное, надо в бой отправить. Пускай он там погибнет. Для того, чтобы он возродился уже с новыми, с полными ХП. Такс, 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 такс. А что ты стоишь-то? Если ты выжил, так беги. Угу. Успеем? Успели. Друзья, идеально прошли. На 3 звездочки. Ух ты, какая-то гроза нам выпала. Получается, нам нужно еще 2 звезды. Ну вот тут дофигища, где у нас нет звезд, посмотри. Вот здесь, например, нет звезды. Так. У меня, друзья, закончилась энергия, к сожалению. Ладно, ну что же, я думаю, тогда мы в следующей серии, наверное, получим все-таки 90 звездочек, да, и получается, что нам откроется доступ вот в эту локацию. А что в этой локации, черт его знает. Но мне очень интересно узнать, что же там. Улучшитель. Поместить 2 карты. Давай улучшим. Такс. Это у нас получается... Так, а если мы, например, вот так сделаем? Ага. У нас этот щит еще, оказывается, даже два щита. Ой-ой-ой, зачем я так сделал? Блин, взял кристалл и сфейлил, а? Да, взял кристалл и сфейлил. Гельмут герой, уровень 5 и уровень 11. Это эпичный Эльма. Друзья мои, да? Такие получаются. Так, герой. У тебя щит вот такой. А если я поставлю вот этот, что он нам даст? Щит валькирии. Подожди, как посмотреть данные по щитам? Ага, он уменьшает мне, ребята, бег, но прибавляет. Но прибавляет мне физическую, да, защиту получается. Да, 20% физической защиты, но зато магическая защита меньше. Вот так вот. А вот это что за доспех? Ну-ка. Ух ты. Сопротивление от... Да ёпарасоте. Алая кираса, она дает нам сопротивление отравлению. А ну-ка. 20 защиты. Где тут можно, блин, вот так вот, чтобы не кликать, а просто взять и глянуть, посмотреть, ребята, на всю снарягу сразу же. Меч вот фуфловенький, конечно. Алая кираса, щит валькирии.
То есть у нас вот щит норм, да, ботинки норм, алакираса. Талисман, что он дает? Мощный тотем, усиливающий жизненную силу носящего. Вот как оно. Ну что, ребятушки, тогда на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.